Межрегиональная художественная выставка посвящена Году литературы и является одним из событий Дней русской духовности и культуры «Сияние России». Здесь представлен своего рода срез отечественной графики, разные авторы, эпохи, стили и творческие манеры. Свои работы экспонируют художники из Барнаула, Кемерово, Красноярска, Омска, Санкт-Петербурга. Это большой блок книжной графики, книжной иллюстрации. Это портреты известных сибирских и российских писателей. Ну и, собственно, сами книги, как итоговый результат совместной работы литератора, писателя и художника. На выставке представлены работы современных художников, творящих на стыке традиционных техник и компьютерных технологий. Замена кистей и красок компьютером стала своего рода прорывом и потребовала переосмысления основ. Так считают некоторые авторы. Мало кто из наших, наверное, искусствоведов близко подошел к философии этого почти революционного перехода, я считаю. Это гораздо более революционный переход, нежели от фотографий в изобразительном искусстве. Вот их связь, да, и компьютер в изобразительном искусстве. Эти гравюры иркутский художник-график Анатолий Аносов создал 42 года назад для одной из своих выставок. Работы иллюстрируют сюжеты повести Валентина Распутина «Последний срок». Сегодня они экспонаты межрегиональной художественной выставки «Изображение и слово». Сам решил исполнить по поводу Валентина Распутина гравюры для этой книги. А Валентин в то время, ну, был начинающим. Выставка будет открыта для посещения до 25 октября в галерее современного искусства Виктора Бранштейна. Мария Кириллова, Александр Мокин. Новости сейчас.